президентами двух стран, уважаемым президентом Турции Эрдоганом Тайып Эрдоганом и президентом Кыргызстана Садыр Нургожоевичем Жапаровым поставлена конкретная задача. В этом году анализ показывает, что за прошлый год, несмотря на пандемию, товарооборот составил 507 миллионов долларов. Поставлена в ближайшее время задача довести до 1 миллиарда долларов. Это товарооборот будет. Было принято принципиальное решение о необходимости проработки и создания фонда развития между Кыргызстаном и Турцией. Сейчас мы сумму уставного капитала и конкретные проекты, куда эти деньги будут вкладываться, уже прорабатываем. Состоялась встреча с министром финансов и экономики Турции. На следующий день была встреча со всеми институтами развития, экспортно-импортным банком Турции, банком развития, директором налоговой службы, заместителем министра финансов, в общем, всеми заинтересованными работниками, которые курируют направление нашей страны. Мы со всеми познакомились, проработали и договорились о том, что в ближайшее время, в течение месяца, мы составим календарный план, программу, стратегию развития и начнем работу. Ожидаем, что в течение месяца-двух пройдет 10-е заседание межправкомиссии между Турцией и Кыргызстаном. Турецкую сторону возглавляет вице-президент страны Турции, с нашей стороны премьер-министр. И там мы уже конкретно и детально проработаем все поручения глав государств по исполнению. Надеюсь, это будет очень хороший толчок для нашей экономики, чтобы мы смогли проработать вопросы и достичь тех целей, которые нам поставили. В ближайшее время это миллиард долларов товарооборот. По предложению Министерства экономики, финансов и самого министра, господина Люфтюбея, мною будет внесено на рассмотрение премьера предложение о создании так называемого корпуса взаимодействия между турецкой и кыргызской стороной. Такой опыт, оказывается, имеется с Узбекистаном. Мы решили именно вот в таком направлении работать. Я, например, каждый месяц буду теперь по компьютеру, по телефонам постараемся встречаться и контролировать исполнение поручений глав государств. Думаю, что нам необходимо будет год-два, чтобы достичь оборота в 1 миллиард долларов.